Приветствую вас, Виктория. Да, конечно, решение найти проблемы можно обратиться к сексологу. Скажите, пожалуйста, является ли, значит, данное влечение признаком нетрадиционной ориентации? Нет, не является. Не является, это скорее больше про восприятие секса, про восприятие пола, вот, это не является признаком нетрадиционной ориентации. По поводу того, нужно ли человеку принять себя, это ему решать, это исключительно его, ну, его задача, исключительно его право. Вот. И, соответственно, важно просто понимать, что он хочет для себя в интимном плане, том же, что он хочет для себя в интимном плане, да? Вот. И чего вы хотите для себя в интимном плане также, да? И постараться, соответственно, как-то вот это может быть, ну, какому-то компромиссу привести, вот. Это было бы куда лучше, чем то, о чем вы говорите. Вот. А там же будет видно, как кто к чему относится, потому что сфера, сами понимаете, достаточно деликатная, вот. Навредить, ну, человеку навредить, вообще нечего делать, вот. И вот сразу настаивать на враче, на врачах, мне кажется, ну, негуманно по отношению к человеку. Вот. Вы можете сказать, конечно, про то, что, ну вот, я же терплю, да, ну вы можете сказать, что я же терплю, ну, поведение человека. Вот, я с вами согласен, вы действительно терпите, вот, но это ваш выбор. Вы можете перестать это делать, вы можете перестать терпеть, в принципе. Ну, при желании, вот, и решить для себя двигаться вот в каком-то другом направлении, вот. Если вам хочется. Пока вот история. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю всего самого лучшего. Не торопитесь с
какими-то выводами, да, относительно вот человека. Драпец, пожалуйста, с выводами. Удачи вам, всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.